подальше от лица, а то он будет сейчас стучать. О, Алис, смотри сверху. Вот он, вот такой вот. Ну, вообще класс, да? О, что это? Какая зайка-то хорошая. Девочка-кролик, да? Посмотри-ка, это знаешь, что такое? Это пластилин Play-Doh, но когда ты делаешь из него вот эти фигурки, которые здесь нарисованы, то они у тебя будут оживать. Если в телефон или в планшет посмотреть на нее, то она будет мультик делать. Фигурка, которую ты слепишь. Что это такое? Покажи-ка. Покажи, что за куколка такая. Это называется Эшентималь. Посмотри, у нее... Это девочка-зайчик. У нее маленький зайчик. Смотри. Смотри, Алис, что у Вероники. Посмотри. У меня тоже такая дуду. А у тебя что, Жестин? Довольна тебе подарком? Да. Хорошо. Ну что, Алис? Давай дальше. Интересно. Аккуратно. Аккуратно. Что это, Алис? Это яичко, что ли? С дракончиком? Мама! Ты моя хорошая. Это что я хотела? Я хотела... То, что ты хотела? Да, ну ты посмотри, Алис. Ее сразу открывай, давай, иди сюда. Мам, в магазине ты помнишь, что у тебя плечо-то? Да, я помню. Ну, видишь, Дед Мороз тебе принес. Он знал, что ты такое хотела. Ой, какая зайка-то хорошенькая. Девочка-кролик, да? Девочка-зайчик. Какая хорошенькая. Смотри, какие ушки, Алис, у нее, как у зайчика. И у нее ботинки, смотри, какие, Алис. Посмотри, какая красота. Ой. Жаль, туфельки у нее снимаются. Покажи доброго. А покажи злого. Это единорог. О, такой. Единорог такой. Страшно становится, Алис. Страшно. Покажите, что у вас за куколки. Покажи, Вероника. Ну, у кого тебе лисичка, девочка? Смотри, у нее даже ушки, как у лисички. И она даже вот здесь вот накрашена, у нее рыженькая что-то. Ой, ушки, как у лисички. И с бантиком, с таким. А ты видела, у них ботинки снимаются, смотри. Я знаю ее. Здорово. Я уже... Еще одна есть, покажите-ка мне еще одну. Собачка. Ой, какая смешная собачка. Это собачка, а, это овечка. Это... Даже овечка с прической, ой, какая смешная, да, посмотри. Какая овечка смешная. Такая же кудрявая, как девочка, да? Смешная. Как Алис, точно. Овечка, как Алис. Открываем сверху крышку. Как будто тут яйцо выглядит. Тихо, тихо, неосторожненько.
Уже говорит, что ли, Алис? Переверни. Переверни. Теперь. Держи. Теперь его нужно. Ой, говорит! Говори! Алис, поставь на стол нам. На стол поставь. Говори. Так. Простудился. Чем надо больше тепла. И чтобы их разбудить нужно было, но они уже проснулись, я так понимаю. Ну там лучше. Вот, постучи. Можно постучать потихоньку. Они тебя тоже постучат. Тише. Стучат. Что там такое? Чтобы услышать надо сердечко, надо взять за нижнюю часть и потереть. Потри внизу. Нужно потирать нижнюю часть. Да, давай, нижнюю часть нужно потирать. И они должны тогда появиться. Итак, окошко на столе есть ваши хлопья. Кошка ест твои хлопья, которые ты со стола не убрала. Это что мы тут хулиганим? Кто из тарелки ест прямо со стола? Ай-яй-яй. Ай, какая кошка. Разве можно так? Свет еще не начал гореть. Когда лампочки там загорятся у него, тогда он вылупится. Смотри внимательно. Да-да, вы тоже смотрите внимательно. Можно постучать ему, можно наклонить, чтобы поиграть. Тихонько, тихонько. О, я вижу лампочки, смотрите с этого боку. Видите, засветились? Я вижу. Красненькие, ну-ка покажи, светятся лампочки? О, вот они, лампочки, засветились уже, посмотри, вон там красненькие. Вы можете просто положить ручки и греть, не обязательно так сильно тереть. Но главное, чтобы оно согрелось. Вы не знаете, разве как птички высиживают птенчиков? Они садятся на яичко, чтобы яичку было тепло, и греют его, но вы греете ручками, потому что если вы сядете, вы раздавите. О, это музыка, что ли, там? Да. Ух ты! Они песенку поют, Алис, он поет, песенку поет твой птенчик маленький. Что это? Жужжит что-то. Что-то происходит, Алис. Что такое? Алис, ты слышишь его? Подальше от лица, а то он будет сейчас стучать. О, Алис, смотри сверху. Посмотри сверху. Ой, он начал уже вылупляться, посмотри. Ух ты. Газета. Посмотрите. Он начинает вылупляться. Подождите, погладьте его. Надо погладить еще. Дальше и смотри, что? Сейчас будет еще дальше вон трещинка, да, давай-ка. Подожди, давайте еще погреем. Смотри, он выходит. Это жирафик. Посмотри. Жираф. Это жираф. Подождите, подождите. Ой. Подождите, сейчас дальше треснет. Смотри, он выбирается, Алис. Мягкая скорлупа.
И глазки появились. Подождите, аккуратненько. Сам глазик. Ой, как светится. Я спалась. Вот он запел. Happy birthday. Доставайте аккуратненько. Ой, там еще один. Там еще один. Ну-ка покажите, тихо, подождите, подождите, аккуратно. Вот они оба птенчика, держите-ка, смотрите. Вот они. Будем вместе с Алисой играть. Целое яйцо. С клеями. Ишь, ты их целых два, ну надо же. Мягкая сторона. Розовенькие, голубенькие, какие хорошенькие, а, Алис? Да. Они могут летать. У них крылышки даже есть, ух ты. Жирафики. Осторожно. Это маленькие малышки. А что они жрать? Голуши. Что они все время жужжат? Где вот он, наверное, из-за головы? Видно, а чего они жужжат? Ой, поют оба, смотри, где голосуют. Они светятся, поют, танцуют, надо же. Я хочу домой. Это братик и сестрёнок. Так, ну что, давайте прочитаем сейчас, что там с ним происходит. Это они крыльями. Они крыльями вот это. Двигается. Жёлтенькие бывают братки. Мам! Угу. Смотри, значит, мам, надо найти, кто у нас А и кто у нас Б. Это А, это Б. Вот это А розовенький, это старший, Б. А это младший. Это девочки или мальчики? Девочка и мальчик. Вот эта девочка, она старшая, а вот этот младший мальчик. Смотри-ка, давай кнопочку. О. Если их повернуть друг к другу, то они будут вместе играть. У них нет рук. У них же крылышки есть. И ножки есть. И чё так? Чё-то там бурчат. Когда он мёрзнет, его нужно на голову нажать, чтобы он согрелся. Даже можно к их ногам переворачивать. А вот этот всё есть. Вот этот вообще можешь ей писать, ей спасать. Ты куда их засовываешь, Алис? Нет. А зачем ты их туда поставила? Как будто бы они их унесли в клетку. Чтобы они что? Как будто бы они их унесли в клетку. Их увезли в клетку? Это у тебя зоопарк там, что ли, для них? Нет. А что это? Теперь Алис придется спасать. Нет. А что у них давайте там? Давайте как будто этот злобный рожек его поймал, их посадил туда. Давай, кошечка, мы теперь откроем. Давай. Давай откроем твой подарок, смотри. Смотри, твой подарок, моя хорошая, смотри тебе что. Смотри, какой подарок. Смотри, это твой подарочек, иди сюда. Иди сюда, давай открывать подарок, давай. Подарок? Да, иди посмотрим мой подарок. Mm-hmm.
где твой подарок? Давай открывать. Посмотри-ка, это кому такой подарочек красивый? Посмотри, что тебе принес Дед Мороз. Посмотри, давай откроем твой подарок. Птенчик тоже посмотрит. Смотри, это подарок Алис. Посмотри-ка, это твой подарок. Что ты там нашла? О, нашла конфетку. Ну, возьми, возьми. Посмотри, моя хорошая, подарочек свой. Ай, понравился. Понравился тебе подарок? Понравился. Смотрите-ка. Смотри, Алис, ей понравился подарок. Смотри, она играет уже. Еще одного нашли. Давай, снимай аккуратненько только. Ура! Выросли, смотрите. Выросли? Да. Ура! Это уже четвертый или пятый этап. Все, подросли. Смотри, теперь они будут вместе. Дальше, что делать у вас? Если вы будете говорить, они будут повторять за вами. А как? Что-то нажать вот надо? Надо посмотреть. Это кажется в этом этапе. Ой, он с тобой разговаривает, смотри. Это он пытается повторять за вами. Ну-ка, смотрите-ка. Так, значит, что у нас тут? Вот такой домик мы слепили. Я слепила. Ты слепила домик, а вот с этим домиком можно сделать свою прям... Это такой плейдос, смотрите, можно сделать с домиком свою игрушку. Ой, как здорово, он может там прыгать. Я покупался. А можно еще... Давай, смотри. Алис, смотри, как здорово. Вот это, да, он бегает везде, этот домик, и можно что... А давайте другую зверюшку теперь, ну-ка. Два. Два стало, точно. Красота, ну. О, два бегают. Вот он, вот такой вот. Ну, вообще класс, да? О, что это? Ой, смотри, Вероника, это что такое? Вероника, идите сюда! Посмотри, там какая-то пушка и какие-то появились штуки вот это, да? Оп, оп. Ой, сколько выросло, смотри. Побежал куда-то. Смотри, он может плавать вон на этих самых, ты видишь? Здорово. Да, ребята, сейчас мы передадим несколько приветов. Алис здесь уселась специально вместе с кошечкой. И мы будем передавать приветы. И посмотрите, какая у нее куртка лягушка. Скоро вы увидите еще видео про то, как мы эту куртку покупали, да, Алис? Когда что? Да, клянчила, клянчила и выключила. Ей она очень понравилась. То ли это лягушка, то ли мишка. Покажи еще раз капюшончик. Смотрите, Алис думает, что это лягушка, но у лягушки же нет ушек. Поэтому я, например, не знаю. Напишите в комментариях, что вы думаете. Это лягушка или это мишка? Мимимишка, да? А еще посмотрите, мы Алис сегодня постригли немножко волосы, и теперь у нее они все стали покороче, и все такие вот более еще кучерявые, чем раньше. Показывай, поворачивайся боком. Вот такая у нас теперь прическа, волосы стали короче. Ну хорошо, давай приветы. Мы сегодня передаем привет Нурсулу Шайхановой. Привет, Нурсулу. Привет, Нурсулу. Вот, ты так спряталась вот в курточку, да, вот так вот. Запряталась. Ну, мордочку не прячь, ей она хочет тоже приветы деткам передавать, Алис. Как она будет передавать привет, если ты ее спрятала в куртку? Вот так, да, выглядывай. Мы передаем привет нашей подписчице Насте Ом. Привет, Настя. Привет, Настя Ом. Привет, Настя Ом. Она уже давно просит, и она нам все время пишет хорошие комментарии и ставит лайки. Спасибо тебе, Настя, за твои добрые комментарии.
И за твои лайки. Настя, как мама от Вероники. Точно, Настя, это как моя кузина, которая приезжала к нам на каникулы со своими девочками. И мы с ними много видео снимали, и вы сейчас их тоже увидите все скоро, да, Алис? И с Катей и с Максом. С Катей и с Максом мы уже выложили все видео, да, вы их тоже можете посмотреть, кто не видел. А вот с Настиными девочками еще пока не было. Мы передаем привет девочке Мадина. Привет, Мадина. Привет, Мадина. Мы передаем привет Юрию Довгополу. Привет, Юра. Привет, Юра. Юра, да. Мы передаем привет девочке, которую зовут Ксюша Зелькин. Привет, Ксюша. Привет, Ксюша Зелькин. Мы передаем привет Даше Караедовой. Привет, Даша. Привет, Даша. И последний, кому мы сегодня передаем привет, это Роман Флоря. Привет, Роман. Привет, Роман Флоря. Ну вот так. На сегодня все, ребята. Остальные приветы в следующий раз. Всем пока. Всем пока.